В Сургуте проходит открытое лично-командное первенство города по шахматам. Соревнования носят традиционный характер и посвящены памяти участника Великой Отечественной войны Георгия Никонова. Он был организатором шахматного движения. Благодаря ему 42 года назад в Сургуте прошли первые чемпионаты. Открылась первая учебная секция в ДК «Нефтяник». С тех пор турнир имени Никонова проводится ежегодно, а сейчас он носит статус детского. На соревнования помимо хозяев приехали шахматисты из Нефтеюганска, Пытьяха и поселка Пойковский. Турнир носит профессиональный характер. Вот, то есть приезжают дети, сильнейшие спортсмены нашего региона, участвуют, занимают призовые места и показывают свой класс мастерства. Эти соревнования будут обсчитываться на национальный рейтинг. Соответственно, можно выполнять спортивные разряды, юношеские разряды, ну и вообще повышать свою квалификацию.